познакомиться с группой премьер-министра. Я с Ксенией играл. Она очень талантливый человек. И самое главное, воспитана, мне так показалось. И малоговорящая девушка – это большая редкость сегодня и ценность. И я вам говорю, как мужчина. Саша, моя напарница. Очень хорошая девочка. Я был удивлен слегка, потому что в основном девушки, с которыми знакомишься, да, вот модели, они такие, ну, у нас кверху. А Сашка на самом деле прикольная, мы с ней подружились быстро, и даже быстро она научилась играть в боулинг. Хотел отметить, что Юля очень талантлива. Она оказалась спортсменкой бывшей, она баскетболистка. 3 года играла в профессиональной команде, поэтому первый же удар, она, по-моему, вышибла 7 этих кегов. Я думаю, что если она будет продолжать тренироваться, играть в боулинг, у нее очень большое будущее. Если не получится в модельном бизнесе, я думаю, что она обязательно возьмет Кубок мира по боулингу какой-нибудь. Привет.